Приветствую всех на канале The Game Reviews, с вами Терминатор, и сегодня мы будем проводить розыгрыш нашего конкурса на 3 пакета игры Escape from Tarkov. Повторяю, что будут разыграны 3 стандартных пакета игры. Кто-то мне там в комментариях писал, что, мол, я не сказал, какие именно пакеты. Я говорил, там сказано, стандартные пакеты игры с доступом, начиная с беты. Все там было это сказано. Так вот, как я уже говорил, один пакет будет разыгран среди репостнувших вот эту конкурсную запись ВКонтакте, а два других среди зрителей канала моего, в общем, на Ютубе. Вот у нас ссылка на это видео, на конкурсное, вот они комментарии. Но мы сначала начнем с ВКонтакте. Разыгрывать мы будем на сайте под названием randstaff.ru. Здесь, в принципе, все просто. Я вставляю вот сюда ссылку на пост. Здесь указываю, что среди репостнувших, и для победы нужно состоять в группе. То есть человек должен быть подписан на группу. Я также уточнял, что у того, у претендента, кто будет выдан вот в той, на вот этом сайте RunStuff, должно быть видно, что мой репост, точнее, из моей группы вот это вот сообщение, должен быть в самом верху. Я прошу прощения за всякие запинки там и исправления, я говорю без какого-либо текста и без подготовки, скажем так, просто включил и рандомно все это записываю. Без какого-либо монтажа, чтобы вы точно убедились, что все по-честному. То есть я ничего тут склеивать и вырезать не буду в этом видео. Поэтому уж извините, запинки могут быть. Давайте, в общем, меньше болтовни, больше дела. Так, это именно фото, а мне надо весь вот, вот так, 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 так. Вот она, вал. Или вол. Копируем. Вставляем. Среди репостнувших. Так, для победы состоять в группе. Победитель 1. Выбрать. Смотрим, кто у нас претендент на победу. Руслан Лис. Давайте посмотрим, выполнил ли он условия репоста. Нет, вверху мы не видим нашего репоста. Очень жаль. Мог бы победить Руслан. В следующий раз будь внимательнее при участии в конкурсах. Так, так. А как тут заново-то провести конкурс группы? Ла-ла-ла. Подробнее итоги провести. Так, я не понял, а что надо просто-то назад или что? Определить победителя. Да, заново. Вставляем снова на наш пост. Давайте лучше заново скопируем, чтобы точно это была она. Мало ли что. Вставляем. Выбираем одного претендента на победу. Михаил Мещеряков. Давайте проверим, выполнил ли он условия с репостом. Да, вот репост у него прямо в самом верху. А показывает у него тут группы, на кого он подписан. То мало ли, может, та программа все-таки не учитывает. Ой, а что за фигня? Типа надо войти. А, The Game Reviews Official, все правильно, это наша группа. Все, он подписан, никаких проблем, никаких косяков, сайт отлично работает, все выбрал, в общем. Все как надо, человек внимательно послушал, сделал репост, оставил его вверху, ничем его не загораживая. Все, молодец, Михаил Мещеряков, я тебя поздравляю. Ты победил, ты выиграл ключ доступа для игры Escape from Tarkov, стандартный пакет, напоминаю еще раз. Теперь внимательно послушай, как тебе получить этот ключ. Ты должен зайти в нашу группу The Game Reviews Official, и вот здесь вверху у тебя будет указана кнопочка «Написать сообщение» или что-то типа «Сообщение группы». В общем, тут будет кнопка. Нажми на нее, и там в личные сообщения в группы напиши, что вот я Михаил Мещеряков, я победил, выиграл ключ игры Escape from Tarkov. Я тебе туда же в личные сообщения ключ, соответственно, вышлю. В принципе, и все. Поздравляю тебя, спасибо, что смотришь. Если ты являешься подписчиком канала, к тому же, то вообще хорошо. Давайте теперь разыграем 2 оставшихся ключа среди подписчиков канала по вот этому видео, где было объявление о розыгрыше. Сразу скажу, что несколько человек, как я и предупреждал вот в этом видео, были выпилены с канала, потому что написали какой-то бред, там что-то с какими-то оскорблениями или еще что-то. Я предупреждал, что будут выпиливаться сразу без предупреждения. Человек 5-6 точно выпилены были после этого. Также было удалено где-то около 30-40 комментариев, потому что люди, многие, специально дублировали, то есть они писали по нескольку комментариев, тем самым как бы прибавляя себе шансов, потому что раз комментариев больше, то по теории вероятности как бы он и может попасть в выдачу, что ли, комментариев больше. Короче говоря, от каждого человека я оставил только по одному комментарию. Неважно, что там написано, главное, чтобы не бред какой-то. То есть все последующие комментарии от тех же самых людей я старался удалять. Я понимаю, что я один
мог не справиться. То есть тут у нас осталось 475 комментариев. Если вдруг я где-то все-таки пропустил, и где-то тут от какого-то человека 2, например, или 3 комментария есть, уж не обессудьте, я постарался их вычистить, но я могу не справиться все равно один. К тому же на момент, пока вот это я все снимаю, провожу конкурс, может быть, кто-то еще продублировал комментарии. В общем, давайте. Копируем ссылку на видео. Проводить конкурс будем на сайте Лиза On Air. Мы тут уже проводили новогодний розыгрыш ключей, поэтому, в принципе, все проверено. Я вставляю сюда ссылку. И, так, у нас тут видно уже 480 комментариев. То есть, относительно того, что мы видим под видео, где указано 475, уже еще 5 комментариев прибавилось. После того, как я нажму на кнопку «Мне повезет», у нас сразу выдастся человек, претендент на победу. Дальше, в принципе, если у него указаны именно подписки на канал, то есть не добавление в интересные, не друзья канала, а именно подписка на канал должна быть указана, то он победит. Соответственно, если его комментарий, конечно, будет каким-то более-менее нормальным, без всякого бреда. Комментарий должен быть комментарием, не точками, не пробелами какими-то, не пустыми какими-то там символами, именно комментарием, то есть какими-то словами должен быть написан. Но не матерными, как я говорил. Так, нажимаем. Обработка комментариев. Давай, быстрее. Люди ждут. Так, первый претендент Хантер. Поздравляю с 10к. Спасибо. Кстати, комментарий написан 9.07, то есть ровно в тот день, когда вышло то видео. Это приятно, потому что некоторые люди, например, писали комментарии уже сегодня, в день розыгрыша, когда увидели, что уже 3000 просмотров набралось, они как бы так, о, нифига, прикольно, скоро будет розыгрыш, надо срочно поучаствовать, короче говоря. Так, кстати, у победителя Михаила Мещерякова тоже запись именно 9 июля была, то есть он ровно в тот день, когда это все вышло, тогда и сделал репост, это тоже хорошо. То есть все эти, у нас сегодня 21-е, все эти дни у него висел репост, это тоже приятно, что человек... Решил, как бы, тверд был в участии своем, короче говоря, так. Так, поздравляю с 10к, давайте проверим, у Хантера видна ли подписка на наш канал. Так, тут у него каналы, сейчас переходим посмотреть все. Пока не видим. Канал Бэткомедина. Так, The Game Reviews, все отлично. Так. Как еще раз у нас зовут человека? Хантер, ты победил, ты выиграл один из двух ключей доступа в игру Escape from Tarkov. Правила получения ключей для ютуберов будут чуть-чуть другие, немножко сложнее, но это в целях вашей же безопасности, чтобы вместо вас не получил кто-то другой этот ключ. О том, как получить ключи, я расскажу ближе к концу видео, когда обоих победителей выберем. Ну, то есть, когда выберем второго. Вот, типа. Для выбора второго, вот тут есть кнопочка «Выбрать другой комментарий». Второй претендент, давайте нажимаем. Барабанная дробь. Кто это у нас? Анатолий Погорельчук. Надеюсь, я правильно произношу. Хочу EFT. В принципе, вот все, нормальный комментарий. Нажимаем правую кнопку «Открыть в новой вкладке канал». Переходим. Кстати, а комментарий он когда написал? В тот же день тоже написал комментарий, ровно в день выхода видео. На его канале. Вот подписка, все вверху, отлично. Все, в принципе, оба человека... выполнили условия, то есть в отличие от ВКонтакте, здесь люди все выполнили как надо, у них все показывает, видно подписки, видно нормальные комментарии, все без каких-либо проблем. Анатолий Погорельчук и Хантер, вы победители и вы выиграли пакет игры Escape from Tarkov стандартный. Кстати, кто-то в комментариях у меня спрашивал, сам ли я разыгрываю... Я, кстати, не помню, я говорил это или нет. Я помню, что я хотел это сказать. В общем, не обессудьте, если вдруг я уже вначале об этом сказал. Я просто говорю, это видео будет без какого-либо монтажа, поэтому если я уже повторяюсь, то ничего страшного. Короче говоря, эти пакеты разыгрываю для вас лично я. Не из денег донатеров, кто мне что-то донатил. Не из чего-либо. Лично из своего кармана, короче. Никто мне эти пакеты не подарил для того, чтобы я среди вас разыграл. Просто это, скажем так... дань того, что вы подписчики моего канала, почему бы для вас не разыграть пакет игры. Ну, в общем, и все. Поздравляем Анатолия Погорельчука и Хантера. Теперь давайте о том, как вы получите ключи. В общем, смысл такой. Так как у вас есть свои каналы, соответственно, вы можете на них загружать видео. Внимательно сейчас слушайте. Вам надо сделать видео на несколько секунд, буквально на 5 секунд, больше не надо. Где вы говорите, что я победитель или там я выиграл игру Escape from Tarkov. Внимательно слушайте. Это видео вы должны сделать с доступом только по ссылке. То есть вам надо сделать так, чтобы это видео никто не видел, а видели только те люди, у кого на это видео есть
ссылка. Когда вы загружаете видео, попробуйте просто загрузить видео, вы увидите, там есть открытый доступ, закрытый доступ и доступ по ссылке. Вот выбираете то, сохраняете, то есть чтобы никто кроме вас это видео больше не видел. Для чего это нужно, я сейчас чуть дальше расскажу. Дальше, ссылку на это видео вы присылаете мне либо в группу, вот сюда, в сообщение группы ВКонтакте, тут у вас будет кнопка. Если вдруг у вас нет аккаунта ВКонтакте, можете прислать мне это видео на почту. Вот почта, tgrpress@mail.ru. Я, наверное, тут вот на видео, когда это видео буду уже загружать на канал, я тут вставлю буквами, чтобы вы увидели, а то мало ли, может, на видео не разглядеть. tgrpress@mail.ru. Присылайте туда ссылку на это видео. Больше никому эту ссылку не даете. Смысл в том, что я перехожу по ссылке на ваше это закрытое видео, и там в комментариях вам оставляю ключ для игры. Так как это видео по ссылке будет доступно только мне и вам, комментарии только вы увидите, соответственно, только вы сможете взять из комментариев этот ключ. Для того, чтобы у нас никто, короче говоря, не схитрил и не выдал себя за вас, я создаю в блокноте файл. Здесь я, короче говоря, вот так вот копирую. Копировать адрес ссылки. Вот. Вставляю его сюда. Копировать адрес ссылки. И как нам сделать бы? Так, о, я понял как, давайте вот что сделаем, я подпишусь на ваши вот эти два канала и точно буду знать, что это вы. Во, все, отлично, вот смотрите, здесь в подписке будет видно, вот, обновим страницу, вот так мы и поступим, так будет проще всего. Так, я подписался, нет, не понял, на это точно подписаться. А, что за фигня, ну-ка еще раз обновим, почему в подписках один показывает. Вот, смотрите, Анатолий Погорельчук и Хантер у меня теперь в подписках, я на них подписан. Это нужно мне для того, чтобы я точно знал, что это те самые люди, чтобы никто другой не выдал себя за вас и не вставил видео и прислал мне ссылку какой-то левый человек, который взял себе такой же ник и примерно сделал такое же, в общем, хотя тут никакого оформления нет, поэтому, в общем, несложно подделать. Так как я подписан именно на вас, перейдя на ваши каналы, я увижу, что вы добавили видео со ссылкой, то есть создаете видео, еще раз давайте вкратце, много всего наговорил, я понимаю, но не хочу ничего вырезать, в общем, чтобы все было по-честному. Создаете видео длительностью 5-10 секунд, где говорите, что вы победитель, выиграли игру, не обязательно там светить своим лицом, если вы переживаете насчет этого, ничего не надо, просто можете сказать голосом, можете просто текстом даже написать, без разницы. Это видео делаете с доступом только по ссылке, присылаете мне это видео либо в сообщение группы, либо на вот эту мою почту tgrpress@mail.ru. И все, я перехожу по ссылке на ваше это видео, и так как только я его увижу, я там в комментариях вам оставлю ключи доступа для ваших пакетов. В принципе, вот и все. Не хочу сильно долго затягивать, я хочу еще раз поблагодарить всех людей, кто подписан. Хочу, скажем так, выразить сожаление, что я не могу всем 10 тысячам подписчиков подарить пакеты, ну, сами понимаете, я все-таки человек не богатый, у меня нет столько денег, чтобы столько дарить. Три пакета, я считаю, нормально для 10 тысяч подписчиков. Если когда-нибудь будет 50 тысяч, что-нибудь, конечно, обязательно еще разыграем. Будем разыгрывать уже побольше, наверное. Но я на 50 тысяч даже не надеюсь, я вам честно. Поэтому 10к, три пакета лично моих. Никто мне за них не платил никаких денег. То есть это лично я сам для вас сделал. Поздравляю победителей, если вдруг кто-то что-то не понял, пересмотрите еще раз видео, потому что все, я уже не могу дальше затягивать, иначе потом будет очень долго это видео загружаться на канал, а я этого не хочу и терпеть этого не могу. Всем спасибо за просмотр, с вами был Терминатор, всем пока.